Вот так вот. Так. Шел в сторону. 19 февраля 2019 год, 17:46 по Киеву. Луна, луна, цветы, цветы. Сегодня на прошлое мое видео девушка прислала комментарий, что это за города светятся на поверхности Луны. Это кратеры, выброс грунта от астероидов. Хотел сказать метеоритов. Какие метеориты, по-моему, могут быть только в атмосфере сгорать. На Луне там сгорать не в чем. Так, 355 тысяч километров сейчас от Земли до Луны, ближайшее за год расстояние за 2019 год. Луна на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите, в перигее находится. В апогее на самом дальнем расстоянии она более 400 тысяч километров от Земли. Да, сегодня, по-моему, получше фокусировка, более чистое небо. О, сразу какой светящийся город. Белый явно выброс грунта лунного. Да, и приближается до сих пор по стеллариуму, я смотрю. Каждые 4 секунды на 1 километр Луна становится ближе к Земле. Маленький камешек. 3500 километров несется в сторону Земли. Это вдохновляет. Попробую вручную чуть-чуть обойтись, пройтись по Луне. Кружок почета. Да, небольшая дымка все равно есть. Но, ей-богу, грех жаловаться. За зиму вообще ясных дней практически не было. Сейчас. Ну, что такое? Что не так? О, молодца! Да, ближайшее расстояние от Земли до Луны, как я и сказал, по орбите. Но кроме того, это и самое ближайшее расстояние в году от Земли до Луны. Об этом я, впрочем, тоже уже сказал. Так, а вот там рядышком у нас звездочка есть. Интересно, поймает ее фотоаппарат справа на экране. А, то я же Луна как раз и будет своим сиянием закрывать регу.
до этой звезды 79 световых лет. Так, сейчас. Дойду-ка я подальше. Да. Быстро-быстро луна движется. Ты посмотри. Хочется ж посмотреть, что она там снимает. А подходишь, начинает все дрожать. По-моему, не только шаги чувствует. Аппаратура и сердцебиение на таком увеличении отдается в камеру через пол. По-моему, красота. Высматривайте там инопланетян, следы Армстронга, лунатиков. Да, повезло со спутником, повезло с тем, что аппаратура до такого уровня дошла при моей жизни. Что можно обычным фотоаппаратом кратеры на Луне мельчайшие снимать. Так, ну что, пройдемся в обратном направлении. Тихо. Тихо или тихо. Как там этот кратер называется? Эй, эй, эй. Да, сегодня гораздо лучше. Видимость, чем вчера. Сейчас. Так, надо уже ловить. Убежал уже. Сейчас попробую подрегулировать штатив. Ну, что ж такое? О.
Нет, не видно звезды. Она же рядышком совсем, но сияние луны ее затмевает. Визуально я ее наблюдаю. И аппаратура не ловит. Балдеж просто. Да, и там вверху опять облачка, так что, наверное, буду я сейчас с этим завершать и ждать, пока она еще выше подымется. Тогда сниму еще разок, если все будет удачно. Да, все в шрамах луна. Доставалось ей за миллионы, миллиарды лет. Крепко. Не знаю, на маленьком экранчике фотоаппарата не видно. Может, на экране компьютера будет видно справа сейчас, на расстоянии двух лунных дисков. Это звездочка. Упс. Может, она еще и в кадр не попадает. Ну лады. February 19, 2019, 17:59 по Киеву, Харькову. Остановиться, ладно.